Привет всем. Ох, у меня проблема. Всех надо уважить, так как у меня тематика разнообразная. Ну, не сильно-то разнообразная, но то готовлю кушать, то шью, то вышиваю, то цветы показываю. И собралась публика разная, которая смотрит мои видео. Поэтому не хочется кого-то обижать. Вот, буду показывать по чуть-чуть для всех, в общем. Вот сегодня у меня видео для любителей цветов. Вот, мой рождественник, вот, продолжает цвести бело-розовенькие цветочки, вот уже заканчивают цвести, вот некоторые уже повяли, а вот красный тот только начинает распускать. Вот какие симпатюли прямо. Правда, фон там бетонный. Полоска из бетона. Вот. Такие. О. И красненькие. Против света немного, может, темновато. Но вот стараюсь снимать. Так. Вот у меня дендробиум будет цвести. Видите, какие уже бутончики. Этот еще не показывает бутончиков. Поэтому очень хорошо. Этот отцветет, вот этот. А этот будет цвести потом. Так, у меня проблема. Я вечно смотрю не в камеру, а на тот предмет, который я снимаю, и получается, что мимо. И теперь посмотрите, вот у меня палочка тоже цвести будет. Я уже не раз показывала, я отрезала была черенки. Вот, и там у меня растут детки. А это смотрю, и бутоны выпустил, без листьев. Они как-то не ушли, ну, не усохли. Эти побеги прошлогодние, они в прошлом году цвели. Ну вот, процветет еще двумя цветочками. А здесь один бутончик была, нечаянно зацепила и сломала. Но ничего, тут хватит. Вот каждый год он у меня цветет. Это мне соседка отдала. У нее не цвел, а у меня цветет. И палочки даже цветут. Так, мои фиалочки. К сожалению, не могу отступить. Это я снимаю в первой половине дня. Поэтому еще цвет не включен. Включаю в 3-4 дня. Сейчас пасмурно, то и в 3 часа дня включаю. Вот цветут некоторые. Вот. Ой, цвет не такой ярко-розовый здесь. Вот. Вот моя любимая цветет. Начала цвести. Я очень люблю эту фиалочку. Она полумини такая вот. Красивый такой колокольчик с рюшечками. О, маленькие такие цветочки. Вот теперь о, почти все. Ой, как от окна дует. Прохладненько так здесь. Вот у меня каланхоя будет цвести. Выпускает каждая ветка бутоны. Вот мои дендробиумы, которые на тех черенках выросли, растут. Так, что мне еще показать? Так, бугенвилия приостановила буйное цветение, но еще продолжает, вот видите, на кончике. Так, наверное, надо прикрыть. Ой, а то мне в спину холодно. Ручки закрою. У меня тут зимнее, наверное, все знают, зимнее проветривание под 45 градусов. Вот так у меня всю зиму. И сюда поступает холодный, ну, свежий воздух. Потому что полностью открыть можно приморозить. У нас, правда, мороза нету, нулевая температура. И вот моя петуния. Она
чуть-чуть как бы затормозила была, но все-таки солнце меньше, она любит солнце. Вот, я ее обрезала была, и она как-то немножечко в коме как бы была. А это вот начала уже выпускать бутоны, вот цветочки есть. Долго цветет, так как жары нету. Вот бутон распускается. И вот, и там, и там. Ну, в общем, цветут. Так, что у меня цветет? Здесь ничего у меня не цветет. Имбирь так стоит. Кассандра распушилась. Так, и пойду на ту лоджию. Мне говорили, что херита мелькнула была. Вот она, херита уже отцвела. Можно цветоносы удалять. А хочу показать свою маленькую хою. Вот какая она. Вот на старых цветоносах, видите, да, новые бутоны наращивает. И вот здесь вообще... Вот, аж два. Ой, куда я показываю? Где-то. Вот, аж два цветоноса. Вот. И столько бутонов. Ой, мультифлора. Что-то там листики в точечках, не пойму от чего. Или я брызгала от чего-то, следы остались. Вот, куда, когда я переставила ее сюда, вот ближе к окну, она, ну, начала цвести. Вот там она стояла на полочке, прекратила цвести. Там ей не понравилось. А здесь, вот тебе, пожалуйста, еще раз покажу. Вот как будет цвести. Вот сколько цветков. А? Вот. Это у меня не очень любит цвести. Это отцвела. Вот еще несколько цветочков, там уже все поопадали, и вот какой ботох пустила его. Вот откуда, без листьев, потом листья нарастают. Это тоже куда-то туда запустила свой, где-то он, вот ботох в эту. Вот здесь у меня вот тоже будет декабрист цвести, вот бутончики. Розовый здесь у меня. Так, и больше здесь ничегошеньки не цветет. Вот. Здесь вообще-то зимой цветет хатиора. Но пока что я не вижу, чтобы бутоны были. Так, вот здесь тоже каланхоя. Это то каланхоя, которое я пожалела и не выкинула. Черенков от него набрала. Оно отросло и в старом грунте. О, вот тоже будет цвести. Так. Ну и все тут у меня цвести. Ничего не цветет. Кактусы. А, молочай еще цветет. Вот, олеандры обрезанные стоят. Что-то еще пытается он ветки. Не надо нам ветки сейчас наращивать, чтобы вытягивались. Вот молочай тоже цветет. По чуть-чуть, летом не цвел. Зато сейчас. Вот у меня, как всегда, тряпочки лежат. Потому что водичка здесь собирается. Вот мои кактусы отдыхают. Не поливаю я их. Но для весны готовятся. Вот, красавица. Она запах имеет такой не очень приятный. Когда ей дотрагиваешься, фу, такой вонючий. Калиной. Калиной пахнет, между прочим. Калина тоже имеет такой запах. Не очень-то. Вот. Ну вот, такие у нас дела с цветочками. Вот, эти эпиаструмы
тоже не поливаю, отдыхает. Вот еще одна кирита. Это не цветет. Ну и вот гибискусы обрезанные стоят, отдыхают. Кофе продолжает расти. Я его тоже обрезала была. Эта крона такая была некрасивая. Вот. Сансевьерия огромнейшая. О, какие листья. Она под метр высотой. Вот там горшок на подоконнике внизу. И вот такие у нее листья огромные. Где-то около метра точно. Вон куда же. Вот. Она здесь Адами живет. Ей очень нравится этот уголок. И каждый год цветет. Вот. Ну, все, кажется, я тут показала, как у нас дела. Сегодня у нас 24 ноября. Вот. Там у меня фикус в комнате. Хамадерея. И драцена. Лампочка включена. О. Ну, все. Пока-пока. Чего пока-пока? Покажу еще, вот, как у меня дела. Вот эта пострадавшая в аварии моя хирита. Вот она. Отрастает листики. Вот она, тогда ее вообще побило, когда упали у меня вазоны, когда я показывала, что авария. И вот я листики какие там собрала, не все. Я сейчас я, ой, отодвину. И вот я так всунула их в водичку. И вот видите, вот один листик дал. Корешки уже буду садить в грунт. Я так это положила, была. Вот этот без черенка. Пока ничего нету, но не пропадает. Вот. А вот без черенка. Ну вот как видите. Ой, куда-то я показываю. Вот, без черенка, но корешки вон появились. Во. Это так вот кинула сюда. Вот на этом черенке вот такой листик. Но не пропадает. Как будто бы еще не видно. Но мне кажется, будет. Будут. Я проводила раньше эксперименты на стрептокарпусах. Делила на несколько частей. У них листья большие. И эти листики укореняла. Надо вот это сухое мне. Это же во время аварии пострадал листик. Ой, упало туда. Ну, сейчас я достану. Вот. Точно так же и фиалочки. Вот черенка не было. Я просто обрезала ножничками. Делала череночек, как бы. Вот жилку центральную. Тоже укоренялись листики. Ну и вот у меня там водички там у меня немного. Вот. Буду уже садить. Фиалочки цветут. В этом году. Пышно и долго. Уже 3 месяца цветут. Вот на окнах. Радует маму. Да? Красавицы. Ну, теперь уже пока-пока.